Традиционно утренник накануне 8 марта в детском саду – это настоящее событие. Красиво поздравить маму с главным женским праздником, увидеть ее счастливую улыбку – мечта каждого ребенка. Но в силу возраста сегодняшних малышей Калинки на праздничные мероприятия родители не приглашали. Это своего рода генеральная репетиция, чтобы на следующий год мальчишки и девчонки чувствовали себя более уверенно. К празднику воспитатели готовили ребят заранее, разучивали песни о весне, рисовали портреты мам и бабушек, проводили занимательные игры, а малыши старательно учили стихотворение о маме. Я пеку, 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 я вам деткам угощу, а для милой мамочки испеку для пляничка. Кушай, кушай, мамочка. Руководитель Калинки Екатерина Гурчаковская следит за всеми значимыми датами в календаре и обязательно готовит своих воспитанников к праздникам. Мы, конечно, смотрим по тому, что вообще возможно сделать. Плюс у нас есть возможность, мы же знаем, это же запланированный день, подготовиться к этому дню, несколько раз проиграть эту игру, в которую мы хотим поиграть. Рассказать, показать. И уже на сам праздник дети будут знакомы с этим предметами. Также, вот, допустим, декорации, украшения. Там, за 5 минут до начала торжества нужно их выставлять, а пораньше, чтобы дети привыкли уже и были как в своей обстановке. Какой же праздник и без подарков? Их малыши приготовили своими руками. Аппликация с тюльпанами в Международный женский день обязательно порадует мам и бабушек. Присоединиться к группе малышей есть возможность и у тех, кто посещает муниципальные дошкольные учреждения. Воспитатели Калинки ждут всех желающих. Центр дневного времяпровождения детей работает не только в будни, но и в выходные дни с 10 до 6 вечера. Дарья Самородова, Алексей Урженко, программа «Время местное».